Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Гнездов Валерий. Я психолог и автор книг, посвященных системе управления жизнью. За 20 лет оказания психологической помощи людям я прекрасно понимаю, что основные проблемы людей и их болезни связаны с их страхами. Тогда возникает вопрос, а можно ли вообще жить без страха? На этот и многие другие вопросы я отвечу на своем практическом семинаре, который пройдет 2 июля в Москве. В ходе семинара я расскажу, кто и почему скрывает от людей истинную сущность страха, каким образом происходит преобразование страха в любовь. И главное, я смогу показать и обучить каждого участника семинара, как находить самые глубинные свои страхи и преобразовывать их в жизненную энергию. Количество участников ограничено. Основную информацию и подробности вы можете посмотреть в описании под этим видеороликом. Дорогие друзья, я буду рад видеть вас на своем практическом семинаре 2 июля. Быть добру!